В Серове задержали воина сковородки и ножа. Взяться за холодное оружие мужчину вынудило опьянение и долгое ожидание бургера. 40-летний мужчина решил расслабиться после трудового дня. Отдых так сильно затянулся, что он опомнился только на вторые сутки. Тут-то его и стало преследовать неумолимое чувство, нет, не стыда, а голода. Поэтому наш герой отправился в ближайший магазин с заживительным чикенбургером. Во время ожидания взгляд оголодавшего упал на компанию молодых людей. Подростки не вызвали у мужчины теплых чувств, поэтому он начал оскорблять их и угрожал физической расправой. Забежал в зону для приготовления пищи и схватил со стола нож и сковороду и ринулся к молодежи. Продавцам и посетителям удалось быстро ретироваться со своих мест и выбежать на улицу. На место преступления подъехал наряд полиции и пресек его действия. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, хулиганство. Санкция статьи предусматривает от штрафа от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, вплоть до лишения свободы до 7 лет.